Не на ковер. Пожелаем Насте удачи. Немножечко до конца не хватило, но все равно молодец, Настя. После большого перерыва с такой сложностью была достаточно серьезная травма, и возвращаться всегда очень тяжело. Первые соревнования. Да, 4 месяца не выступала на соревнованиях. Настя травмировалась на первенстве страны. Я так думаю, что вообще долго на ковер не выходила. И относительно недавно начала набирать форму. Да, и очень правильное тоже решение принималось.